so. Готово. Хорошо. И становись сканер, Вера. Я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство вокруг тебя, над головой, под ногами, 360 градусов. Начинает сканировать все 7 тонких тел твоих. Находит все. У меня какой-то синий яд. Вот стоит. Так. Где он? В клетке? Нет, он возле меня. И я даю команду. Сила моего намерения, этот синий яд идет в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. Да, будет так. А так и есть. Готово. И, значит, 3 выстраивается канал от этого синего яда к ответственному. Где бы ни находился, во Вселенной его притягиваю. Пут цепочки притягивается. Также все, кто соединен по этому каналу, на этой ДНК. 1, 2, 3. Канал выстраивается и притягивается всех ответственных за эту энергию. Да, будет так. А так и есть. Это сетка. Сетка. Она в клетке? Ну, вот это синий яд, это сетка. Понятно. И от этой сетки притянулся кто-нибудь? Да. Кто у нас? Типа что, плохо воздействует? Гуманоид. Да, есть что-то. И гуманоид, Влад, дай ему удар мощнее, чтобы он перестал воздействовать. Удар. Да, будет так. Он увертывается. И замер в клетке гуманоид. Давай вот, просканируй его. Найди все его защиты и накажи его. Не убивай. Смеется. Он говорит, попались. Кому это он говорит? Влад, дай ему удар лазером. Считай цифры над головой. 160. 160? Ты такой наглый, я не пойму. Гуманоид. Ты знаешь, куда ты пришел? Знает он. Кто тебя послал? Охотился он. Как нашел ему момент. И как ты этот момент нашел? Расскажи мне, когда это было? 2 дня назад. Пониженные вибрации, накинул сетку. Во сколько это времени было? В каком часу ты пришел? Вечер. Вечер. Какой вечер? Время назови. По местному времени. 7. 7 часов вечера. И какие вибрации, до какого уровня были понижены, что позволили тебе пробить ее защиту? До 20. До 20 опустились. Какая у тебя граница, где тебе больно, где ты не можешь уже войти, скажи мне? 35. 35 Герц. Хорошо, Вера, запомним это число. Ты оставил что-то в биополе, кроме этой сетки и этого яда? Нет. А что это за яд, объясни мне, гуманоид? Какой был заказ у тебя? Цель какая? Нейтрализовать. Нейтрализовать. Кто дал ящеры тебе эту заказ? До какого уровня нейтрализовать и кто дал тебе заказ? Не забывай, где ты находишься. Есть список нежелательных. Угу. Для вашей цивилизации, да? Космический. Космический. А, так вы уже объединились, и это общий какой-то космический список у вас есть, да? Есть. Хорошо. Того, кого мы не желаем. Понятно. И как вы собираетесь добиваться этой цели, если за Верой стоит очень серьезные силы, как и за мной? Нейтрализовать хоть на какое-то время. Ну, на какое время вы нас нейтрализуете? На время, когда мы не работаем, и когда пониженные вибрации, так это очень долго придется ждать. Хорошо, нам надо будет сделать выводы. Хорошо, Вера, давай сделаем теперь следующее. Давай выведем из твоего организма все, что у тебя осталось на чистоте гуманоида. Больше ничего не вышло из сканера. Хорошо, и я даю команду на счет 3, включая Вере белый свет. 1, 2, 3. И Вера начинает выдавливать из себя из каждой клеточки последнего микрона. Все полностью выходит сейчас из твоего биополя. Готово. Хара, большой шар? Как мяч. Нормально, хорошо ты успел, гуманоид. И открывается под этим шаром портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Этот шар улетает в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, значит, у нас сетка, это негативная энергия. И воздействия никакого на тебя нет. Легче стало, Вера? А, да, полегче. Хорошо, восстанавливаем еще непробиваемую прозрачную защиту назад, если он даже только подумает. Хорошо, все, я приглашаю в комнату Ли. Ли, пожалуйста, приди к нам. Да, здесь.
Ли, приветствую. Тут Веру хотели нейтрализовать. Пришел гуманоид Сириуса и говорит, есть список какой-то нежелательных, которых хотят выключить. Я вот тебе его придержал. Сетка у нас там, и его отрава, яд, он еще Веру отравил. Мы только что вывели остатки из организма. И вот это все, что осталось. Она заберет его. Хорошо. Она говорит, что восстановиться надо. Вере? Сетку уничтожить. Понятно. Открываем. Проверить тебя. Да, я чувствую тоже, у меня в сердце есть что-то. Хорошо. Ну, забирай этого. Хорошо, под сеткой этой энергии открывается портал в галактический ядро. 1, 2, 3. Все улетает до последнего микрона на частоте гуманоида в галактический ядро. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, Верочка, все, мы закончили с тобой. Выходи. Меняемся местами. И я даю команду, значит, 3. Сканер начинает сканировать пространство над моей головой, под ногами. Выдачки. Сила моего намерения притягивается в клетку тюрьмы и становится заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать меня, находит все. Тебя огонь. Пожар. И сила моего намерения — это пожар. Идет в клетку, тюрьму. Да будет так. Вот так я и чувствую. Дрожание в теле. Сердце покалывало. Голова чуть болела. Сейчас уберем все. Интересно, она ходит на день рождения, а у меня... Кто у нас там, Верочка? Пожар в клетке? Да. Сканер закончил или ждем? Сканер закончил. Тебе выводить надо это все с себя еще. И я даю команду. На счет 3. Я включаю внутренний белый свет и силой своего намерения начинаю выдавливать из каждой своей клеточки этой чужеродной патогенной энергии. Шар останавливается автоматически, как 100% этих энергий будет выведено из моего биополя. Шар намотался. Большой шар? Большой. И шар отправляется в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. Улика. И Верочка просканирует. Дракон это. Дракон, да? Он в клетке? Он в клетке, красный. Считает цифры над головой. 1, 2, 3. 528. Я не понял, дракон. Ты знаешь, куда ты попал? Как ты вообще осмелился сюда войти, в мое биополе? Плевался он этим огнем. И? Пробил защиту. Когда ты ее пробил? Когда это было? Назови. И почему ты ее пробил в моем биополе? Была активирована печать дракона. Ну, она показывает, она затихшая, как не была она активирована. Когда это было? Утро. Сегодня, вчера. Мне что, тебя вчера. За язык? Вчера. Значит, в 4 утра. В 4 утра ты у меня вчера сидел, в попал, залез в мое биополе. В 4 утра. Да, что-то такое было. Тяжело было вставать сегодня. Я не понимаю, как это может быть не активирована моя печать. Я ее активировал перед сном. Дракон, может, ты мне что-то не договариваешь? Может, тебя нанял кто-то, а? Уж слишком много случайностей. Я даю команду, и на счет 3 выстраивается от дракона канал к другим ответственным, которые связаны по этой энергетике. 1, 2, 3. И я их притягиваю всех сюда. Если таковые есть, они притягиваются, где бы они ни находились. В клетку, тюрьму. Ящер. Вот. И дракон получает удар. 150 тысяч герц удар. Отлично. Достаю печать дракона и включаю на полную мощность. Это тебе за ложь, паразит. Ящер замер в клетке. Считает цифры над головой. 316. Так, ящер. Я слушаю тебя. 318, ты сказал, да? 16. 316. Итак, ящер, 316. Ты пришел на мою территорию, ты хотел меня убить, да? А я убью тебя. Как тебе такой вариант? Ну, говорит, что хотел с тобой пообщаться. Пообщаться ты со мной хотел? Ты мне лжешь. У тебя не было других вариантов со мной пообщаться, как нанять дракона, чтобы он прожег мою защиту ночью? Он или как? Говорит, что твои дроны им мешают. Да, он привлек внимание так.
Мои дроны мешают вам. А для Да. какой цели эти дроны мои Не находятся? беспокоят. Они должны вас беспокоить, потому что это моя территория. Я здесь живу, и они меня охраняют. Как только ваши намерения не становятся... раздражают. В каком плане раздражает? Меня раздражает ваши пирамиды летающие. Я что-то говорю, я их сбиваю, я их прожигаю, я что-то делаю. Они тоже ничего не делают, они отгоняют вас от меня. Вы просто слишком близко подходите ко мне. Само их присутствие раздражает. Ну и как нам этот вопрос решать? Я понимаю, что и присутствие Абсолюта вас тоже раздражает наверняка, да? И свет Абсолюта раздражает. И как с этим жить? Вот скажи мне, ящер. Он хочет договориться с тобой. Ты убираешь дроны, он к тебе не лезет. Ой, ящер, я тебя прошу, я вашей лжи уже столько раз убеждался. Вы меня и приглашали работать на вас. Вы потом сами приходили. Вы потом брали драконов. После дракона вы стали брать гуманоидов, ловцов душ. После того, как гуманоиды, ловцы душ в своем мире отказались на меня охотиться. Ты поправь меня, если я в этом порядке где-то ошибаюсь. Я ничего вообще не буду делать. Вы хотите войны, вы ее получите. Я не хотят они войны. Вы уже начали эту войну со мной. Хотят договариваться. Ты мне выставляешь условия. Что значит, вы меня не будете трогать? Вы не должны меня трогать. Я исполняю свою работу, которая мне предназначена Абсолютом. Вы мне мешаете эту работу делать. Как только вы нападаете на меня, я это воспринимаю как личную войну. И каждый, после того, как это будет словлено, а ты знаешь, сколько я уже вас словил, и сколько пирамид уже отправил в небытие. Будьте на своей территории, я на своей территории. Мои дроны защищают меня. Они были и будут, и останутся. Если вы будете мешать им работать, я попрошу о поддержке светлых сил. Или плеяды придут мне на помощь. И дадут такие корабли, что ты подвинешься не просто на километр дальше, а очень далеко. Поэтому я тебе один вариант могу только предложить. Вы остаетесь на своей стороне реки. Я остаюсь на своей стороне реки. Я на вас не нападаю. Я на вас не воздействую. Дроны для моей защиты. Потому чтобы я исполнял свою работу в том объеме, который мне доверено Абсолютом. Он согласен так поделить территорию. Хорошо. Значит, мы тогда так и договоримся. Вы не нанимаете больше никого, ни драконов. Сами не нападаете ни на меня, ни на Веру. Не используете никакой обман. Я не воздействую на вас. Вы живете на своей стороне реки, я на своей стороне реки. Твои дроны не должны приближаться к нам. А насколько они к вам приближаются? Скажи, на какое расстояние от моего места, где я живу, они долетают? Я могу им дать команду, чтобы они далеко не долетали. Чтобы они вам давали ваш... Не меньше километра. Не меньше километра до них. Хорошо, но вы поняли, если вы начнете воздействовать, попытаетесь воздействовать на дроны, их много у меня, они сразу же объединятся. Поэтому не надо начинать войну. Я им дам команду, чтобы они на вас не... близко к вам не приближались и не раздражали вас особо. Со своей стороны, ты даешь мне обещание, что никаких больше попыток нападения на Веру и на меня со стороны ящеров и вот этих, кого вы нанимаете, больше не будет. Потому что с каждым разом меня это тоже раздражает. Понимаешь? Кивает. Все. Я считаю, что мы на этом можем найти какой-то компромисс. На этом договоримся. Хорошо, ящер, договорились, все. Значит, тогда все я вывел из своего биополя, Вера, сейчас, да? Да. Хорошо, и сейчас, значит, и ты что-то оставил, ящер, в моем биополе, или все вышло уже? Дракон оставил. Хорошо. И еще я тогда попрошу тебе одну вещь, пожалуйста, не приближайтесь ко мне тоже, ближе километра. Меня задел такой момент, когда вы пролетели в радиусе около 100-200 метров от моего дома. Я это воспринял как нападение и активировал защиту, понимаешь? Поэтому держитесь, пожалуйста, тоже от меня в радиусе километра, чтобы я близко вас не видел и не воспринимал это как нападение на меня. Понятно? Можно такой вариант?
Хорошо, все. Значит, мы оба держим дистанцию в 1 километр, вы и я. Это обоюдное желание. Хорошо, дракон, я тебе даю команду. Сейчас выходишь, достаешь все, что ты оставил в моем биополе. Ящер, но то же самое касается и веры, ты понял? Это действует договор на веру, на меня и на вас. Мы одна команда с ней. Все, хорошо. Вы оставляете нас в покое, мы не трогаем вас. Дракон достал. Что он там установил, Вера? Плата. Как он успел за это? За сутки? Ты посмотри. Хорошо. Это из-за пожара. Это из-за пожара. Ладно, хорошо, все. Я сейчас открываю. Ящер, готов уходить? Готов. Открывается наверху против часовой стрелки портал на чистоте ящера. 1, 2, 3. И ящер уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Хорошо, так, дракон, ну? Че ты мне не сказал правду сразу? Тебе не стыдно? Или ты не знаешь такого слова? Как говорить, стыдиться за свои слова, за обман. Он делал свою работу. Ну, какую же твою работу? И чем они тебе заплатили за эту работу, скажи мне? Может, они тебя взяли все-таки заложником? И ты был вынужден делать эту работу, насколько долг я... Долг у меня перед ним. Вот, вот. Был. Был. Хорошо, сейчас ты свою работу сделал, отработал. Ладно, дракон, назови мне мои слабые места, как мне избежать этого твоего захода, потому что меня такие вещи начинают раздражать. Честно говоря, я был готов тебя сжечь сегодня. Если бы этот ящер не рассказал мне причину своего прихода, для чего он пришел, пробивал мою защиту, то я был бы действительно готов тебя сегодня скинуть в галактическое ядро. Вот если ты мне сейчас дашь ценную информацию, я тогда забуду этот неприятный эпизод в твоей и моей жизни. Почему печать у меня была затухшая, как ты говоришь? У меня была защита стояла, все стояло. В чем причина? Караулил. Искал слабое место, нашел. Ну где и оно? Долго пробивал. Долго пробивал. Голова. Голова. Понятно. Влад, я обращаюсь к моей тонкой копии. А ты его не видел, когда он пробивал это все, да? Получается, он плевал вот этим пожаром. Плевал пожаром. А дроны мои не могли ничего сделать? Предупреждали тебя. Ну, они, да, действительно летали здесь всю ночь. Но я, честно говоря, не понял, что они... Так их много. Я их... Теперь понятно. Хорошо. А сами они не могут убирать такое воздействие дроны? Отгонять дракона могут. Ну, когда уже попало в тебя что-то. Угу. Только я могу что-то только сделать. Только тебя предупреждать. Отлично, хорошо. Значит, мне надо будет с дронами договориться, чтобы они мне давали точный, яркий сигнал, что вывести эти вещи. Хорошо, ладно, дракон, все. Будем считать, что ты и я сделали сегодня опыт. Ты научился чему-то, и я научился. Понятно? Да. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И дракон уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готов. И все, что осталось в клетке от интерферентов, и все эти энергии открываются под этим портал в галактическое ядро, и все улетает в галактическое ядро на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Фух. Вот так, Вера. Так, мы закончили, да, себя чистить? На Самале в комнате. Да, мы приветствуем дорогую Амалию. Она говорит, что надо восстановиться. Да. Хватит интерферентов на сегодня. Понятно, значит, сегодня не работаем, отдохнем, да? Хотя бы сутки выдержите. Хорошо, Амалия, у меня еще один вопрос. Я взял на себя инициативу и попытался договориться с ящерами, ты в курсе. Мне показалось, договор будет лучше, чем какая-то война между мной и ими. Я не знаю, я правильно сделал или нет? Все правильно. Отлично, я тоже считаю, что надо пытаться не оружием, а аргументами как-то действовать. Хорошо, дорогая Амалия, в все понятно. В этих войнах нет победителей. Нет победителей, просто надо это... Надо существовать рядом. Да. И... Договариваясь.
Вот мне этот учитель мой, Архангел Ханил, первое слово и сказал: договариваться. Но не всегда получается, но в этот раз понятно. Хорошо, Амалия, а что это за список такой опасных для общей какой-то между цивилизациями? Есть такое? Я даже не слышал никогда. Но то, что мы там находимся, это уже для нас, в принципе, приятно. В списке те, кто знает про них и может их нейтрализовывать. Отлично, хорошо. Значит, мы будем делать все, чтобы мы в этом списке оставались. Благодарю тебя, дорогая Амалия. Прими, пожалуйста, сейчас. Чем же тебя удивить сегодня? Давай сделаем турецкие сладости с турецким кофе. Все это в термосе у тебя большом. И большой такой, чтобы ты могла в сумку все это с собой взять. Ориентальские, именно турецкие сладости, которые самые вкусные, которые есть. Да, будет так. Материализуется это все? Готово. Передай, пожалуйста, нашему дорогому куратору. Ну, благодарит нас. И мы благодарим Амалию. Амалия, мы отдохнем, мы завтра тогда выйдем на работу. Все, сегодня прекращаем. Благодарю тебя за помощь. И она благодарит вас. Она говорит, что сегодня вот этот день... Неблагоприятный, да? Нужно восстанавливаться и расширять свои защиты. Хорошо. Мне еще надо понять, как дракон меня пробил. Уплотнял, там понятно. Мне непонятно, как он мог мою печать дракона выключить. Или она говорит, она не была активирована. Я всегда знал. Ящер выключил. А, не могут. Все, теперь все понятно. А то я думал уже, что-то здесь не то. Ящеры могут это. Он открыл ему ключ, а тот меня дальше жег. Все, благодарю, Амалия. Пазл сошелся. Еще один опыт больше стал. Благодарю тебя, дорогой куратор. До встречи. Мы прощаемся. Рассинхронизируйте тогда, Верочка, если Амалия закончила, конечно. Ну, ушла. Хорошо, все. Мы закончили работать, не начиная. Переходим тогда к расформированию нашей комнаты диагностики.